такой схемой, вот сюда, пожалуйста, не приходите, потому что если дадут плохой пас, и вот тут будет обрезка, это выход один в один и удалевой момент. Поэтому не надо в центр, наоборот, растяните. Может, они разойдутся по ширине, вратарь получит пас, Хани пойдет сам и улупит этот мяч, или даст пас нам, Даниил, набегающим. Понятно все? Давайте, хлопцы. Даем. Даем. Просто там зонка дать и другую.